Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу вам показать бархатцы и шафраны. Сейчас у нас середина августа, и вот так вот цветут бархатцы. Эти бархатцы были посажены очень густо, то есть вот один кустик из 4 или 5 саженцев бархатцев, дальше идет второй, третий и четвертый. То есть с минимальным пространством между, так скажем, вот этим букетным способом посадки бархатцев. И вот так вот они просто замечательно цветут. Ну и в принципе они начали цвести где-то уже в июле. И вот сейчас у нас середина августа. И вот такое вот замечательное цветение. Это у нас другие бархатцы. Цветут они, может быть, чуть не так пышно, но в целом не так сильно цветут они обильно, как те бархатцы. Это были посажены они очень редко. Здесь, наверное, всего 3 кустика. И в огороде вот такие вот цветут шафраны. Эти оранжевые такие вот шафраны, а вот эти вот такие вот желтенькие, там тоже шафраны кое-какие, здесь вот такие вот желтые шафраны, там тоже кустик. Но особенно, конечно, вот эти самые красивые мохнатые такие. Такие вот. Есть прям вообще большущие. Все полностью. Как шарики такие вот. Очень красивые. И вот эти вот бархатцы эскимо, которые были покупными. Смотрите, насколько кошмарный куст. Рядом стоит вот такой вот. Ну, уже тоже отцветает. И вот это вот просто что-то с чем-то. При этом они уже поспевают. Семена у них. Все практически. Они вот сейчас покажу. Ведь они все практически черные. Ну, хотя нет, но все равно черные. Вот. И то есть они практически не цвели. Ну, что-то такое вообще попалось. Ужасные. Здесь вот так вот в капусте отросли бархатцы, которые замерзли. Ну, в принципе, тоже вот так вот они цветут. Вот еще такой симпатичный кустик. Ну и слушай, я в капусте. Вот смотрите, какой большой качан капусты. Такой огромный качанчик. Поэтому обязательно сейте бархатцы и шафраны. Это просто вот замечательные и красивые цветы. И причем еще очень ароматные. И будет у вас вот такая вот красота. Даже если они отцветают, то в принципе, вот видите, сверху уже начинают их прикрывать новые цветы. Но всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.